Всем хеллоу! Экзектор на связи. Я на одно такое интересное видео наткнулся. Моего старого друга. Вот такой ник у него идиотский. Давайте посмотрим его видео. Войну на Соника Экзе. Причем посмотрите название. Войну на Соника Экзе. Вот я иногда допускаю, конечно, ошибки. Их исправляю. Но это в тот же день сразу. Один день назад. Ладно, давайте дальше. Давай на дуэль. Я тебе... На турель? Какая турель? На турели нельзя быть, идиот. Призываю на дуэль. А, дуэль. Просто это такой ребенок малолетний. Какой-то там двухлетний, что я не понимаю твои слова. Сейчас же никаких болтовней. Просто дуэль. Никаких барганей? Вы не понимаете, что он несет вообще? Если ничья, то дружба. Понял? Слушай, ты вот борзый. А потом, типа, ты будешь такой... Прости. Ребята, ну вот, конечно, вот помните вот эта шутка тупая Плэпа, типа, привет, Соник Экзе, брат Плэпа, Плэп умер, автор там из-за одной моей шутки начал со мной ругаться. Но мы помирились. А этот слишком борзый, по-моему. Кстати, подписчики, ну... Поставьте аватарок на мою. Вот. Ай, о, нет. Не этот. Вот такую аватарку поставьте. Армия Тел. Ща, ребят, я тут кое-что изменю буквально минуту и все. Во, во, правильнее, вот. Аватарку поставьте. Армия Телсенса. И еще. Соник Экзе, приготовь свою армию. Слушай, ты не представляешь, какая у меня армия моих друзей. Хоть некоторые не снимаются. Но ты слишком такой какой-то сыкло. Пока тебе осталось 1 секунда. Во-первых, это голос флирта. Во-вторых, научись разговаривать. Тебе осталось 1 секунда. Такое не существует. Существует, тебе осталось 1 секунда. Кстати, а чё ж? Это ж видео вышло 1 день назад. Чё ж я жив? А, я ж призраком записываю, да. Ничтожество. Слушай меня внимательно. Либо ты говоришь, извини меня, пожалуйста, мой бог. Я тебе поклоняюсь. Либо же тебе смерть. Это тебе осталась 1 минута. Твоя мама фантастика, блин. Ко мне вчера твоя мама на чай заходила. А папа твой? А, он же в канаве, точно. Прости, я забыл. Я забыл, что... А, и мать твоя в канаве, и отец в канаве. Как я забыл? Точно, как я забыл. Слушай, либо ты под этим видео пишешь: извини меня, пожалуйста, мой бог, я тебе поклоняюсь.
Я больше так не буду. Либо же я тебя убью. И какая дуэль, идиот? Где? Ну, всем пока. С вами, как всегда, был Sonic XZ2202. Всем адьос. Пока. С вами увидимся, когда увидимся. Всем адьос.